условий главная одна. Самая большая русская страна. Как медведь огромный на пути стоит, что-то угрожающе рычит. Есть за океаном злобный чародей, страхом и обманом дурит он людей. Вот они сдурели и войной идут, значит, ожидает их капут. Все путем, все путем, живы будем, не помрем. Воют русофобы, стало не до сна, очень их тревожит русская весна. Сильно зашатался под злодеем трон, нечисти наносится урон. Выдержан, как Штирлиц, бурый наш медведь. Он, конечно, смирный, если не наглеть. Все ходы злодея знает наперед и на провокации плюет. Тьфу, тьфу. Все путем, все путем, живы будем, не помрем. Вурдалаки с дуру допили лесук, носятся, как куры, а в глазах испуг. Что мы натворили, где зерно и газ? Санкции сыграли против нас. Вам, козлам, наверное, не дано понять, что дороже денег родина и мать. И когда нас клюнет жареный петух, все сумеем, вот он русский дух. Эй-эй! Все путем, все путем, живы будем, не помрем. Мишка дверью бахнул, встал в могучий рост, колдуна от страха прохватил понос. Русского медведя разозлили вы, шлет привет вам Путин из Москвы. Ринулась Россия снова в жаркий бой, за Донбасс, за правду и за нас с тобой. Снова до победы дело доведет, ну-ка вместе подбивай народ. ДНР, ЛНР.